Привет. Ну, в прошлый раз ты этот делал бомбу, точнее, разгадывал. Но, наверное, ты будешь так известно. Сейчас скажу. Да, я начну с первого, ну, то есть вот 2-1. 2-1 это у меня вот галочка, то есть... То есть это ты начинаешь, это понял. Итак, всем привет, кто сидит на стриме. Привет, привет. Продолжаем. Да. Бомбы обезвреживать. Спасать миры параллельно. Да. Подожди, я же начинал, точно с 2-1 начинал я? Ну, у меня вот стоит 2-1, у меня стоит галочка, ну, то есть, я думаю, это я. А вот 2-2 у меня нет галочки. Ага. Да. Получается. А 1-3 мы делали? Ну, я не помню, честно. А, подожди, 1-3 я делал, 2-1 ты. А, все правильно. Ну, значит, 1-3 пропустим. Да, что там первая бомба? Тогда 2-1 я начну. Ты уже открыл? С цифрами? Да, у меня уже все есть, давай. Точек тоже есть. Угу. Мне там в чате пишут, Кефир, знаешь такого польского философа? Я сосу Библу. Да-да. Это философ нашего времени? Нашего, абсолютно. Так, окей, я начал. Давай. Сейчас загрузится. Свет включен, да. Так, привет, Марков Иван и Лысый навсегда. Вот. Так, давай начнем с цифры. С панель с цифрами. А, я понял, давай. Так, что-то мне надо что-нибудь записать. Да я тоже записываю, не переживай. Так, бумажки рядом нет. Так. Итак, тройка на экране. Тройка на третьей позиции кнопка. Так, окей. Тройка опять. А, на первой позиции. Ага. Опять тройка.
Да, ё-моё. На третьей. Просто на третьей позиции. Ну, на третьей позиции, да. Окей. Четвёрка. Четвёрка. На той же позиции, которую нажимали на втором этапе. То есть первая. Да. Вот да. Однёрка. С тем же значением, которое нажимали на первом значении. На первом? С тем же значением. Тогда... Да. Тогда... Однёк. Да. Провода. Три провода. Ага. Так. Красные есть? Да. Белые есть? Да. А последний провод белый? Два белых, последний белый. Вот и я ж последний белый. Окей. Белая кнопка взорвать. Так. Если кнопка белая... Одна батарейка. Белая... только одна и все. Да. Одна жирная батарейка. И все. Значит, да. Так. Есть горящий индикатор как? Нет, есть ТРН горящий. Нет, нажми, задержи. Держу. Желтая полоска. Желтый, когда будет 5 на экране. Окей, все. Изи. Вся бомба, да? Привет, прологер. Да, вся бомба. Ули, начало же. Ну, так. Да. Сейчас. Так. Ты 2-2 получается. Да, давай я 2-2. А я начну с этого. 6 модулей за 5 минут. Нормально, это только начало. Ну да. Поехали. Угу, я уже открыл. Давай, сейчас у меня грузится. Так, поехали. Давай тогда провода, самые легкие. Угу. 5 проводов. 5, так. Последний провод у тебя черный? Да. Да. Последняя цифра серийного номера нечетная? Последняя цифра четная. Ага. У тебя сколько? У тебя есть красный провод? Да, есть. Сколько? Один. Желтый есть? Да. А сколько их? Два. Тогда режь первый. Окей. Так, еще эти же провода, только 6 штук. Окей. Желтый есть? Один. Так. А белый есть? Один. Ага. Провода красные есть? Да, два. Тогда режь четвертый. Окей. Тогда давай кнопки, две кнопки. Угу. Одна красная взорвать. Красная взорвать, да? Угу. Сколько элементов питания? Ты. Ага. Тогда нажми и резко отпусти. Ага, правильно. И белая кнопка нажать. Белая кнопка нажать. Есть индикатор кар горящий? Кар. Нету. Нету, да? Угу. Элементов питания 3. Да, ты. А есть горящие индикаторы ФРК? Нет. Ага. Тогда нажми и держи. Окей, желтый. Желтый. Когда будет пятерка, отпускай. Угу. Так, окей, давай эти символы. Так, привет, Мигас. Символы, да? Давай. Значит, заколючка. Тройка. Угу. Лямбда. Угу. И сиськи. Ага, сиськи. Давай, сиськи. Так. Заколючка. Ай, блин, да, заколючка. Тройка, лямбда. Тройка, лямбда. И еще символы. Саша, все? Нет, у меня их две этих. Я одну сделал, там еще одна есть. Ага. Еще, получается, перевернутый вопрос. Ага. Перевернутый вопрос, смайлик. Ага. Беременная семерка. Ага. И пи, знак пи. Ага, семерка. Так. Пи.
Так. Знак вопроса, смайлик. Да, все окей, все мы сделали. Я промахнулся сначала с этими символами. Так, окей, Мигас, привет и пока. Что-то я не увидел, что ты ушел уже. Все, да? Да, обязательно. Так, тогда у меня следующие 2-3. Так, я открыл, да? Все, начинаю? Да, да. Окей. Лысый навсегда, сиськи это типа с точками, хуйня, короче. Ну вот, ну, как бы фигура есть, вот фигура. Так, давай лабиринт. О, давай. Так, говори. Так, кружочек первый находится у меня, третий ряд, пятое место. Угу. И шестой ряд, четвертое место. Ага. Я нахожусь. Четвертый ряд, шестое место. Так. А надо мне в четвертый ряд, первое место. Угу. Значит, до конца вниз. До конца вниз. Окей. А, четыре раза влево, четыре раза. Угу. Один вверх. Угу. Два вправо. Угу. Один вверх. Угу. Два влево. Угу. Один вверх. Угу. Влево один вниз. Один вверх, один все, вверх. Все. Так, давай слова. Ага, я понял. Так, слова. Давай. Так, пусто. Пусто. Прочитай. Где это пусто? Господи. Ну, сюда. Алло, где это слово? В смысле? Я не знаю, я помню, было. Где это? А, вот, господи. Второй ряд, второе слово почитай. Погоди. Погоди. Так, еще раз. Ага. Угу. Дальше. Так, следующее. Опять пусто слово. Второй ряд, второе слово. Во все. Раздельно. Ага, вовсе раздельно. Ч с вопросительным знаком. Ага. Так, следующее. Корица. С мягким знаком? А, С, именно С там. А, корица, я понял. Да. Первый ряд, последнее. Весело. Весело. Да? Нет. Ничего. Есть такое. Так, давай символы. Давай. Открыл? Да. Сиськи. Так. Стая птиц. Так. Закорючка. Ага. Белая звезда. Значит, сиськи. Ага. Закорючку. Ага. Стая птиц, звезда. Ага. Провода, 6 штук. Провода, 6 штук. Так, есть желтые провода? Да, один. Белых сколько? Ноль. Понятно. А красные есть? Да. Есть четвертый тогда. Все. Ровно 2 минуты осталось. Ебой. Yeah. Блядь, 9 минут прошло. 9 минут прошло, я уже что-то устал. Так, 2-4 у тебя следующий, да? Да-да, сейчас. Три модуля за 3 минуты. Нормально. Поехали. Мы 5 за 2 с половой решили. Да, в прошлый раз такое было. Сегодня будет моя очередь их решать. Потому что в прошлый раз ты это делал. Ну да, ну там все легко. Так, давай тогда эти символы. Давай. АЕ. Угу. Семерка беременная. Угу. Я вот не знаю, как воздушный шаг, что ли. Это омега. Да, омега. И подсвечник. А, это такая вилка, да? Да, вилка, вилка. Так, семерка. Так. АЕ. АЕ. Вилка омега.
Вилка Омега. Окей, давай этот циферки. Циферки. Так, сейчас. Ага. А, четверка, говорит. А, на четвертой позиции. Угу. Нажал. Сейчас горит двойка. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе. Тоже 4. Да. Позиция. Подожди. Четвертая позиция у тебя была в первом этапе. А, господи, я уже путаю. Незначение. А, четверка. А, нажмите кнопку со значением 4. Нажал. А, единица. Нажмите кнопку на той же позиции, которую вы нажали на первом этапе. Тоже 4. Ну, четвертую позицию. Ну да, есть. И четверка. А, нажмите кнопку с тем же значением, которое вы нажали на третьем этапе. Да, все, нажал. 4. И эти давай. Провода, да? Нет, не провода, как его? Лабиринт. Квадратик, там цветные квадратики. А, все, понял. Да. Ой, я, кстати, ни разу тебе еще это не делал. Ну, давай, удачи. У меня 1 минута осталось. Сколько? 1. Давай быстрей. Давай. Че у тебя там? А, сколько у тебя что загорается? Какая кнопка? Синяя. Синяя, да? Да. Ошибок нет. Ошибок нет. Блять. Красную нажми. Ошибка. Серьезно? Да. Тогда нажми зеленую. Зеленую? Ну, теперь ошибка появилась, по идее. Значит, надо зеленую нажать. А, господи, я долбоеб. Я нажал ошибка. Ладно. Надо было это еще серийную номер посмотреть. Что-то я не увидел это. А. В прошлый раз у нас такая же хуйня была. Да, да, да. Там, оказывается, надо было серийную номер смотреть. 3, 2, 1. Пока. Я с этими цифрами, блин, запутался. Ладно, давай заново. Заново. Удачи тебе, прологер. Так. Если кнопки будут, давай кнопки. Нет, не кнопки, нет циферки. А, ну, давай циферки. Давай, так, на экране горит двойка. А, нажми на вторую позицию. Короче, когда первый раунд, это всегда позиция. Ну да. Все, я просто все. Так, четверка. Так, четверка. Нажмите на кнопку на той же позиции, которую нажали в первом этапе. Двойка. Ну да, второе, да, все есть. Так, четверка. А, нажми четверку. Ну, 4, цифра 4. Да, все нажал. Так, теперь единица. А, нажми, короче, вторую позицию. Вторую нажал. Так легче будет, да? Ну да. И единица. Опять вторую позицию. Вторую? Нет. Сейчас какой этап у нас? Четвертый? А. Пятый. Пятый, ну, нажмите на ту же... А, я нажал, ошибку выдала. Значение какое у нас было? На второй позиции. На второй позиции значение тройка было. Значит, тройка. Блин. Не, давай вот как раньше, я просто записываю. Так, ладно. Да уже не успеем. Заново. А, еще это, с самого заново, да? Да, да, да. И это. Просто записываю. Я забываю, что на пятом этапе значение, а не позиция. Да, да. Надо тоже запоминать. Поехали. На первый этап можешь, в принципе, сам набрать. Бу-бу-бу. Там просто позицию жмешь, все. Давай. А, стоп, нет, пизжу. Там, оказывается, если на экране однёвка и двойка, на вторую позицию жать надо. Так, давай эти, хорошо, давай лабиринт. Давай. Так, давай, говори. Я нахожусь на... Да, кружки мне скажи сначала. Ну, в кружке, да. Кружки, вторая линия 3. И пятая линия 1. Ага, все. Давай. Где ты? Я нахожусь шестая линия 2. Угу. Дальше. Куда надо?
Алло? Алло? Да. Бля, у тебя... Ебал. Ебать, тебя лагает, Стопэ, у тебя лагает, пиздец. Я тебя не понимаю. Алло? Да, я тут. Все нормально, еще расскажу что-нибудь. Да, алло, алло, алло. Пиздец, у тебя залагало, блядь. Да. Так, я на... Ну, я понял, где ты. Куда надо? Надо на вторую линию 4. Ебать. Так, давай влево. Влево. Потом... Три раза вверх. Ты дам. Как сказал, 3-4, да, надо себе? Вторая линия 4. А, вторая линия 4. Так, теперь два раза вправо. Так. Один раз вверх и, и вправо. И вправо. Ага, и эти слова. Ну, ебать, давай слова. Ага. Глазы. Глазы. Так, где так. Второе во втором. Второе. Честно. Честно с вопросительным знаком, да. А, вовсе слитно. Нет. Жми. Да, есть. Нажал. Так, следующее. Стой. Стой, 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 стой. Так, а, третье во втором. Да. А, постой. Да, есть, окей. И последнее. Крабба. Крабба. Второе во втором. Чё, с вопросительным знаком? Вовсе слитно. Да, есть. Всё, мы сделали. Всё? Да. Не, просто когда я, когда, ну, залагал, у меня ещё были символы, я их так сделал, знаешь, так, тык-тык-тык. Серьёзно? Да-да-да, я совсем угадал. Короче, вы сделали. Так, переходим на третий этап. 3-1 моя. А мы 3-1 же не полностью, да, сделали, точно? Мы же да, третий этап вообще не полностью сделали. Ну да, мы там остановились. Окей, 3-1 тогда. Три модуля, три ошибки, 5 минут. Хуйня. Давай. Главное не эти полосатые провода. Тут раз, нам, тот раз повезло. Просто нажали и все. И все. Так, давай, цифры. Цифры давай. Так, однёрка, это вторая позиция, я знаю. Так, это 1-1-1. А, четвёрка. Это второй этап? Да. Четвёрка, той же позиции, что и первый этап. Ага, окей. Так, однёрка. А с тем же значением, что и на втором этапе. Ага. Двойка. А на первой позиции. Ага. Двойка. А с тем же значением, что и на втором этапе. Ага, все, давай. Так. Ой, блядь. Азбука Морзе. Ой, так и думал. Блядь, электричество? А, ладно, электричество. Так, сейчас, подожди. Значит, я говорю. Так, пробел, ой, блядь. Тире-тире, пробел. Тире-тире-тире, пробел. Точка-точка-точка, пробел. Тире, пробел. Точка-точка, пробел. Тире, точка-точка, пробел. Все. Так, поехали. Бля, чё будильник? Ты 5-1-5. Ты 515. Я понял. Ага. Так, белая кнопка прервать. Так. Белая кнопка. Есть горящий индикатор как? Нет. Две батарейки. Точнее, ну, два... Блять. Два аккумулятора, скажем так. Я понял. Ну, нажми, задержи. Красный. Красный — это один. Все. Изи. Так, сейчас я бумажку возьму. Давай.
Так и я здесь. Окей. О, у меня, в смысле, топ 6%. Вот и типа я, мы сделали это лучше, чем 94%. Этот уровень. Нет, я вижу, вот, которую я обезвреживал в прошлый раз, которая была, какая в прошлый раз? Так, сейчас ты... 2,4 вроде, да? Чё там? Вот, ну 2,4. Я вижу, у тебя топ-1 вообще. Посмотри. Да, 2,4 у тебя вообще топ-1. О! Да. Ну это я самостоятельно делал как раз. Или мы сегодня делали, я не знаю. Так, давай. Ой, блин. Сейчас, подожди, я случайно начать нажал. Туда нажал. Так, 3-2 у тебя, да? Да, 3-2. 3 модуля, 5 минут. Давай, все, я готов. Угу. Так. Ну, давай эти циферки тогда. Циферки. Угу. А, четверка на экране. Четвертая позиция. Есть. Тройка. На той же позиции, что и в первом этапе. Ой, подожди, нормально. Нажми на первую позицию. Есть. Тройка. Тройка. Нажми на третью позицию. А? Один. Нажми на ту же позицию, что и в первом этапе. Ага. И двойка. Тройка? Два. Двойка. А, двойка. Нажми на кнопку с тем же значением, что и во втором этапе. Все, нажал. Так. Давай обычные провода. 6 штук. Ага. О, блядь, там еще не обычные. Да. Желтые есть? Да, 2 штуки. А, красные провода есть? 2 штуки. А, четвертый режем? Режем. И у нас провода с цифрами и буквами. Чё, а? Один подключен к А. Так, это я еще ни разу не помогал, да, давай попробуем. Так, еще раз давай начинать, что там. Итак, вот первый провод синий подключен к А. Первый синий А. Ага. Как это решить? Блять. Ага. Блять. Так, его не трогай. Хорошо. А дальше черный провод подключен к В. К Б или В? Василий, В. Борис? Василий. Режь. Окей. И еще один синий подключен к В. Синий к В. Не трожь. Окей. У меня это нету. Ошибку высветил. Ошибка? В смысле? Ну, ты ж просто сказал не трогай. Я вниз перепил это, у меня ошибка высветилась. Ну, третий КВ. Третий синий провод. Да, КВ. Блять, тут нет такого. Это только третий синий КБ резать. Странно. У меня третий красный провод, если будет АК резать. Третий синий, если провод КБ Борис резать. И третий черный Б резать. Все, блядь. Ну вот так.
Или же второй провод тоже синий, у меня написано А или В. Но он же третий у тебя. Ну вот первый синий К, ты сказал не трогать. Да, потому что, потому что первый синий должен быть к Б, чтобы его резать. Вот, да. Второй черный к В, перерезал, он... все нормально. Да. Вот третий синий к В. Третий синий? Ну потому что его нету. А? Потому что его здесь нету в таблице к В. Он только к Б, если резать. Не знаю. Ну, у нас так. Сколько там времени осталось? 20 секунд. Ладно. Если вот эта хуйня будет опять, попробуем сразу ее. Давай. Чуть тебя не догнал, блядь. Ты-ты. Синий к Б, если он третий, то надо резать. Бабах. Если бы он был вторым, то да. А если третий, он то не надо резать. Если он В. Заново поехал. Бомба. Что есть эти провода? Сейчас пет зажжется. Так. А, у меня эти есть, но как его? Со звездочкой, с этими как его. Блять. Я понял тебя. Ох, ухебать, что за хуйня. Тут еще, оказывается, есть определенные пунктирные линии. Ну, там, посмотри, да. Блять. Смотрите на каждый провод. Над проводом есть светодиод, а под ним есть место под символ звездочка. Для каждой связки провод светодиод символ. Используйте приведенную ниже диаграмму. Окей, я понял. Так, давай первый провод. Первый провод. Синий и красный, ну, вместе. И звезда. Всё. Синий и красный, да? И звезда. Синий. Это у нас будет и красный. Светодиода нет? Нет. Так, звезда, это у нас вот эта хуета. А, то есть надо там, где общая встречается хуйня, да? Ну да, там, где пересекаются, я так понял, все, и там, где не пересекается светодиод. А, тогда сейчас... Параллельный порт есть? Сейчас посмотрю. Нет, нету. Тогда не режь. Окей. Ну, давай, у меня второй... провод точно такой же, то есть синий, красный, звезда, поэтому ставим. Да. Третий провод тупо белый. Все. Тупо без звезды, белый. Без... Да. Тупо белый, блять. В смысле? Режь, блять, я хуй знает. Давай. Следующий. Белый с красным. Все. Угу. Красная расцветка. А, есть что? А? Что-нибудь еще есть у него? Только вот белый и красный. Без лампочки, без звезды. Тогда... Последняя цифра серийного номера четная? Нечетная. Тогда не режь. Окей, так, следующий у нас тоже бело-красный, но со звездой. Угу. Режь. Давай. Окей, и последний красный провод с этим, с лампочкой. Угу. Так, лампочка у нас в чём? Ага. Сколько элементов питания? Три. Тогда режь. О, правильно. Угу. Давай эти циферки. Давай. Начинай. Горит двойка. Вторая позиция. Хорошо. Сейчас тройка. Первая позиция. Ага.
Ай, блядь, будильник. Ты, тройка, ты. Третья позиция. Есть. Тройка. Нажмите на кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Позиция, да? Ага. Тогда вот. Ага, все. И последняя, это тройка. С тем же значением... нажмите на кнопку с тем же значением, что и в четвертом этапе. Бля, свет отключился. Там все равно чуть-чуть что-то видно. Ай! Надо этим казахам быть, чтобы что-то видеть. Да, все. И обычные провода 6 штук. Давай, 35 секунд. Так, желтых нет? Один. Один. Последний серийного номера... А, стоп, подожди, не то. Белых, белый есть? Нет. Красный есть? Один. Реш четвертый. Я обязательно. Фу, блядь. Ладно, с теми правдами я разобрался. Ну, хорошо. Ничего сложного так. Да. Я только немного с белым задумался, блядь. А белого-то там нет? Где там? А оказывается, буковка в КР такая за границу уходит, так остается есть белый. Да-да-да. Так. Так, у меня 3-3. Давай, я открываю мануал, я готов. Так, сейчас... Все, начинаю. 4 модуля, 3 ошибки, 5 минут. Окей. Ой, надеюсь, не будет ебучих. А, это, блядь, как она называется-то? Азбука Морзе. А то там слишком все быстро происходит. Так. Провода с буквами и цифрами. Все, нашел? Алло? Алло? Опять пропал? Алло, Мина? Ты здесь, нет? Да, я тут. Провода, цифры и буквы. О, давай. Где оно у меня было? Ну, говори, пока я найду. Говори, вот, все. Так, первый провод красный к А. Красный к А. Оставь его. Второй синий к Василию. Чё, перезаходил? Синий к В, оставь. Так, третий черный к Василию. Резать? Какой? Говори. Третий черный к Василию. Да. Так, ладно. Все черные. Так, четвертый, пятый, шестые провода черные, и все идут к Василию. Господи, бедный Василий. Тройное проникновение. Значит, смотри. Четвертый, который к Василию, режь его. Ага. И последний. Ага. Дальше. Так, седьмого нет. Восьмой провод красный к Василию. Красный к Василию. Оставь. Девятый черный к Борису. Девятый черный. А этот режь. Окей. Так, одиннадцатый черный к Василию. Господи. Режь. А двенадцатый черный к Антону. И его режь. Окей, так, кнопка желтая прервать. Желтая прервать. Блядь. Два элемента питания. Я понял. Два. Угу. Горящих индикаторов нет. Желтый. Ну, нажми, держи. Красная полоска. Красная это один. Окей. Блять, так, пароль. Давай. Я, конечно, ошибся, там сейчас у нас чуть меньше 2 минут. А ничего, давай. Так, ну точно не ы. Ну да. Так. Х, ще. Х, че, угу. Не че, а ще, щавель. Ще, ага. Блять, будильник, стой. Так, А. Так, А. Д. Т. Д, Данил, Н.
Ага. Все. Давай этот, второй. Вторую так. букву. Так. Н. Так. Э. Чего? А, Э. И. И. Цапля. Цапля. Борис. Так. Л. Л. Все. А ну попробуй аллея. Так. Нет. Нет. Окей, не пойдет. Ищи. Попробуй щипцы. Чего? Щипцы. Где ща и щипцы. Походу, да. Так, цифры. Осталось меньше 10 секунд. Да. Да. Сука, я тем парадайм случайно нажал на стрелку, блядь. Ладно. Заново. Итак. Что там я не вижу. Блять, азбука Морзе. Сейчас. Давай, я готов. Сейчас она пройдет. Давай. Давай. Точка тире тире пробел. Угу. Точка точка пробел тире пробел тире 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 пробел тире точка точка тире все. Окей. Или то ли или тире точка тире или тире точка точка тире последнее не помню что-то я проморал. Окей. Так. В. Это Т. Это О. А это. О. А попробуй ты 5 4 5. Ага. Так, еще одна, блядь. Еще азбука? Да, начинай. Давай. Тире, ой, точка, тире, тире, точка, пробел. Тире, 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 пробел. Тире, тире, пробел. Тире, 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 пробел. Точка, тире, 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 пробел. Все. Ага. Вот О, это М, это что за буква? Это П. А это что? А, тогда попробуй... Господи, где это слово? Ты 5, 8, 2. Ага, лабиринт. Давай. Открыл? Да-да-да. Так, вторая линия, третья. Кружок. Вторая, третья, да. И пятая, первая. Угу. Я нахожусь третья, шестая. Так. Надо в четвертую, первую. А, до конца вверх. Ага. Четыре раза влево. Ага. А два раза вниз. Ага. Один раз влево. И вниз. И вниз, да. А, символы. Давай. А, квадрокоптер. Да. Омега. Да. Семерка. Подожди. Омега. Семерка. И, да. И вилка. Ага. Значит, семерка. Ага. Квадрокоптер. Ага. Вилка. Омега. И омега. Все. Мы решили. Да. Отлично. Фу. Что-то просто, знаешь. Пока, ну, мы еще на четвертый этап не пришли, и мы в прошлый раз третий не полностью сделали. Мне кажется, вот дальше там вот какой там седьмой, что ли, да, там вот эти вот разделы. Я хуй знает. Там будут эти, знаешь, как... Да там уже шестой называется экстремальный. Ну вот, да. А седьмой экзотический, блядь. Да. Опять-то всего лишь хлопотный, да. Ну что, давай тогда я... Так, ты с 3-4? 3-4, да. 5 модулей, 5 минут. Сейчас, погоди. Давай. Все, давай, начинай. Давай. А пока запустится...
Можно и поспать, да. Итак, что у нас есть? Давай тогда эти провода. Какие, какие? С цифрами и буквами. С цифрами и буквами. Блять, да. Давай. Так, первого у меня нет. Смотри, второй красный у меня подключен к А. Не трогай. Хорошо. Третий синий подключен к Б. Борис. Режь. Хорошо. Что дальше? Да. Так, четвертый черный к А. Режь. Окей, пятый черный к В. Оставь. Шестой красный к Б, Борис. Оставь. Угу. Так, дальше, да? Ага. Нет, мне ошибку дает. Шестой, как еще? Шестой красный? Шестой красный подключен к Б. Я что-то не понимаю? Или что, блядь? У меня шестой красный А или В, Вадим, все. Как это работает? Ладно, давай я перезапущу. В этом модуле несколько панелей с проводами, но одновременно видно лишь одну. Вы можете переключаться на следующую панель, используя кнопку вниз или на предыдущую, используя кнопку вверх. Не переходите к следующей панели, пока не будете уверены, что перерезали все необходимые провода на текущей. Перережьте провода, следуя приведенной ниже таблице. Появление проводов суммируется... Чё? Появление проводов суммируется между всеми панелями. О. Чё? Как это понять? Как это понять? Ну смотри, я тебе объясню. Допустим, вот, допустим, идет один черный, да? Вот ты смотришь, там один черный. Там видишь, что его резать надо, куда бы он ни подключен. Ты его режешь. Дальше, если, допустим, идет второй красный, ты смотришь, вот первый, это же получается вот эта вот панель идет 12 символов, и ты вот смотришь, какой идет по порядку. То есть идешь сначала первый черный, ты смотришь, потом идет первый красный, ты смотришь первый красный. Неважно, если он. Я думаю, то, что цифра какая указана, такое и надо. Не, то есть имеется в виду, что он в первый раз появился, значит он первый считается. Да, вот. Все понял теперь. Я сначала так тоже думал, почему у меня ошибки постоянно. Я не так думал, вот так вот. Ой, блядь, нахуй тогда вообще цифры в этом месте? Ну, так, чтобы она понятнее была. Так это, наоборот, непонятно, это путает. Ну ладно, теперь. Я себе тоже записываю, там, этот красный появился, этот красный. С чего? Оказывается, это что-то записывать надо. Так, ладно, давай, начинаю. Я вот тоже, да. Так, чё? Если есть, давай с них начнём, если они есть. Нет, у меня провода с этими... Звёздочками, да. Ну, давай. Значит, получается белый и красный провод. Без звёздочки, без лампочки. Белый и красный, да? Да. Тогда последняя цифра серийного номера чётная? Нечётная. Тогда оставь. Окей. Следующий у меня прям комбо. Красный, синий. Ага. Горит лампочка и звезда. Блять, сейчас найдем. Так. Не трожь. Окей. Следующий получается бело-синий и ага. Горит лампочка. Угу. Вот это лампочка, это. Параллельный порт есть? Параллельно, да. Тогда режь. Окей. Следующий у меня белый и звезда. Звезда, звезда. Так, это у нас это. Так. Тогда режь. Тогда режь. Окей. Следующий белый и синий. И все? Да. Без ничего. Просто белый и синий. Тогда... У тебя же она нечетная, да, цифра? Нечетная, да. Тогда оставь. И следующий получается синий со звездой и с лампочкой. Ага. Блять. Не... Точно? Да, синий со звездой и с лампочкой. А, стоп, я не то смотрю, блять.
параллельный порт есть. Да. Реш. Окей, все, понятно. Сука, это буковка П, блядь, в уголочке, так ее не видно, на? Ну что, давай, азбуку Морзе. Блядь, давай. Готов? Угу. Сейчас она пройдет. Ай, бля. Слушай, а слово «помой» на какой частоте находится? Типа, ты сам соль решил? Да я смотрю, просто тире-тире-пробел, тире-тире-тире-пробел, тире-тире-пробел. «Помой» 3582. 3582? Ты тире это «о», да, мы уже поясним. А, блядь, нет. Ну ты пиздец. Ошибка. Есть еще «порог» 3565. 3565, сейчас подожди. 3565. Нет, давай. Да, покой тогда 3592. Ну ладно, я перезапущу. Че-то я поверил в свои силы. Да. Я бы мог посмотреть, что это такое. Так, вот давай азбуку Морзе тогда. Ой, давай. Ай, пройдет же она сейчас у меня. О, давай, сейчас готов. Давай. Тире, точка, 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 пробел. Тире, 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 пробел. Точка, тире, точка, пробел. Точка, точка, пробел. Точка, 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 пробел. Все. Окей, так. Так, это у нас B. Это O. Это у нас V, R. Три, пять, девять, пять. Так, 3595. Агась. Давай циферки. Давай. А, тройка. Третья позиция. Угу. Ай, блин, будильник. А, тройка опять. А, первая позиция. Окей. А, один. А, нажмите на кнопку с тем же значением, который вы нажали на втором этапе. Нажал. Угу. А, тройка. А, нажмите на кнопку на той же позиции, которую вы нажали на втором этапе. Нажал. И тройка. А, нажмите на кнопку с тем же значением, что и на четвертом этапе. Окей. Так, давай символы. Символы. Открыл. Получается лямбда. Угу. А, зеркальце, ну, курс с этим, с хвостиком. О, с хвостиком. Угу. А дальше, знаешь, эти как вишеньки, что ли? Да, я понял. Да, и не даже не даю вот этого. Окей, так, зеркало. Так. Лямбда. Лямбда. Вишни, не даже. Вишни это. Давай тогда... Эти кнопочки разноцветные. О, да, то, что надо. Давай. Итак, у тебя серийный номер есть хотя бы гласная? Гласная, ну, точнее, нет, какая гласная у тебя? А, Е, И, О, У. Ну, У, одна есть, да. Одна есть, У. Да, одна У. Тогда, что у тебя горит? А зеленый горит. Зеленый, ошибок нет. Да, ошибок нет. Нажми. Нажми желтый. Желтый, есть. А, теперь загорелся синий. То есть зеленый и синий. Зеленый и синий. Так. Желто-красный. Желто-красный. Зеленый, синий, красный. Так, желто-красно-синий. Желто-красный-синий. Угу.
Зеленый, синий, красный, красный. Желто, красно, синий, синий. Ага. Че, несешь? Зеленый, синий, красный, красный, красный. Желто-красный. Синий, синий, синий. Синий, синий. Все, окей. Тогда эти провода с буквами, цифрами. Окей, теперь я точно смогу их решить. Давай. Давай. А, первый синий подключен к Владимиру. Первый синий к Владимиру. А, не трогай. Окей. А, второй черный к, тоже к Владимиру. Второй черный. То есть он первый черный. Он первый, да. А, реж. Окей, дальше. Следующий синий подключен к А. Реж. Еще один синий, следующий, подключен к В. Оставь. Окей. Следующий синий подключен к Б, Борис. Оставь. Следующий синий подключен тоже к Борису. Реж. Следующий черный подключен к А. Реж. Так, дальше. Следующий черный подключен к А. Оставь. И синий подключен к В, Владимир. Так это у нас, блядь... 10 секунд. Реж. Yeah! 8 секунд до конца оставалось. Нормально, нормально. Всё. Я уже тоже думаю, зачем вот эти говорит, какой там первый... Да-да-да. Следующий такой-то, такой-то, да. Так, такой-то. У меня сейчас 3-5. Ты 3-5 решал. Сейчас да, 5 модулей, 2 с половой. О, да, давай. На 27 секундах ты остановился. Все, готов? Да. Начинаем. Так. Символы. Давай. Знак вопроса. Да. Закорючка. Квадрокоптер. Урна. Закорючка. Так, квадрокоптер. Ага. Закорючка. Ага. Урна. Знак вопроса. Ага. А, слова. Давай. Другой. А, во втором ряду последнее. А, ничего. Ничего. Еще раз. Нету. Весело. Есть. Так. Глаз. Глаз. А во втором этом второе слово. И так слитно. И так слитно. А пас одна S. А, нет. А чес с знаком. Да. Так, следующий. А краб-б. Краб-б. Во втором этом второе. Пассос. И так, через пробел. Нету. И так слитно. Нет. Вовсе слитно. Нет. Все. Есть. Так, кнопка. Красная держать. Красная держать. А, красная... Так. Элементов питания нет. Ага. Индикатор точно. Нет. Красное держать, да? Да. Нажми и отпусти резко. Окей, провода 6 штук. Ой, 5. 5 штук, 5. 5, окей. А последний черный? Нет. А, сколько красных? 2. Черных... 1. Есть черных? Ага, тогда первый ешь. Так, еще провода. А, их всего 3. 3 штуки. Красные есть? Нет. А ешь второй? Все. Окей. 25 секунд остановились. Чуть-чуть дольше, чем ты. Ну, тоже неплохо. Фу. И так сейчас новенько пойдет. Так, получается, у меня 3-6. Следующее. Да. Я тебе, знаешь, я тебя хочу разочаровать. Че? 5 модулей, 5 минут, одна ошибка, понимаешь? Да хуйня это, а ты ошибка это хуйня. 5 минут, 5 модулей, но одна ошибка. Фигня. Вот. Поехали, я запустил.
Ой, я что-то на чат вообще забыл. Привет, Коля Факеев. Тут меня уже подсадок накидал. И еще ты мне цепка. А где видосы? Видосы 4 мая. Давай. Кнопка желтая взорвать. Кнопка желтая взорвать. Сколько метров питания? 4. Хуести. Индикаторы кар есть? Кар у меня нет. ФРК есть? Нет, вообще никаких нет. Что там еще раз написано? Взорвать. Желтое. Блять. Держи. Давай. Белый. Белый. Однёрка будет, отпускай. Всё, я взорвался. Блять, я не понимаю это, почему? Уже это не первый раз, кстати, с желтой кнопкой такая хуйня. У меня написано, если кнопка желтая, задержите кнопку, смотрите пункт удержания кнопки, блять. Все. Все. Да, не, ну ладно. Если на бомбе... Блядь, я пропустил по один пункт. Взорвать у тебя было? Да. Надо было нажать и отпустить, сука. Давай кнопка еще раз. Синяя нажать. Синяя кнопка нажать. Синяя кнопка нажать. Элемент питания? Два. ФРК? Кар? ФРК есть. Горит. ФРК горит, да. Так. Кнопка синяя. Короче, держи. Синий. Так, четверка будет, отпускай. Окей, давай провода. 4 штуки. Давай. Так, красный есть? Нету. Последний провод желтый? Нет. Синий провод есть? Да, один. Тогда режь первый. И еще провода, их 6 штук. Так, окей. Желтый есть? 2 штуки, 2. Красный есть? 1. Режь 4. Так, давай цифры. Давай. 3. 3-я позиция. Нажал. Сейчас 3. 1-я позиция. Нажал. Дальше 3. 1-я позиция. Я взорвался. Че? Я взорвался. Блять, там 3-я позиция. Ага, я буквально почитал, сука. Окей, ладно. Заново. Одна ошибка, это хуйня. Ну да, уже кишки везде. Так думал каждый сапёр, да? А потом уже его собирали по частям. Давай ещё цифры. Давай. Так, 2. Вторая позиция. Так, есть. 4. Та же позиция, что и в первом этапе. Окей. 4. Цифры 4. Агась. Дальше 4. Та же позиция, что и на втором этапе. Да. Дальше 3. То же значение, что и в 4-м этапе. Окей. Так, что еще? Давай слова. Слова, давай. Порога. Порога. Так, идем. Вторая во втором. Да. Так, постой. Нету. Весело. Нету. Еще раз. Нету. Весело. Да, есть. Ага. Так. Крабобы. Крабобы. Второе во втором. И так слитно. Так. Пас. С одной С. Да, я сейчас нажму. Ага. Дальше нет. Так, 3-я во втором. Еще раз. Так, еще раз. Еще раз. Да, есть. Ага.
Так, давай символы. Символы, давай. Так, вилка. Вилка. Омега. Омега. Семерка. Семерка. И треугольник с... Я понял. Ага. Так, семерка. Так. Вилка. Вилка. Треугольник, омега. Окей. И провода. Так, 6 штук. Угу. Желтых есть? Нету желтых. Последняя цифра серийного номера нечетная? Цифра нечетная. Режь треть. Окей, и еще провода тоже 6 штук. Желтые есть? Да. Сколько? 2. Красный есть? 1. Один, да? Тогда режь четвертый. Все, обязательно. Хуйня задача. Половина времени оставалось. Ну, нормально. Так, сейчас 3,7 у меня. 8 минут. 8 минут? В смысле? 8 минут длится? Да, 8 модулей. Да ладно. Ебать, 3 ошибки, давай. Ну, хоть 3 ошибки. Сейчас там будут просто 4 подряд. Это, блядь, азбука Морзе, нахуй. Так, я начал. Окей. А ведь модулей здесь может быть на сколько? 8 максимум вроде? 11 максимум. Это 11, точно. 6 с одной и 5 с другой, все. Да. Блядь, два раза пароль, ёбаный рот. Ну давай какой-нибудь. Так, давай первый пароль. С. С. А. Угу. Х. Так. Е. Так. П. П. М. М? Да, мама. Угу. Все. Давай второй сразу. У. Так. Ф. Ф. И. И. О. О. Ю. Ю. Я. И я. Так, что можно составить? Попробуй можно. Можно? Можно слово можно. Сейчас. Ня. Окей, тогда отчеркиваем. Так, П. Бля, ну там до хрена слов с П. Попробуй порох. Ня. Порыв. Ага, второй пароль. Давай. Так, щавель. Ага. И. И. У. Так. Я. Так. Л. Так. Ф. Ага. Все. Давай дальше. Я. Я. Рубеж. Ну, это, блядь, Р. А, я понял. И. И. Ю. Ю. Ф. Ф. Ще. Ще, окей. Все. Да-да-да. Так, что можно составить? Ну давай, щипок. Щипок? Щипок, да. Как щипать, щипок. Ня, щип получается, но ня. А щипцы? Ага. Так, давай слова. Давай. Курица без мягкого знака. Курица без мягкого знака. Тогда нужно слово во втором второе. Да. Окей. Постой. Нет. Весело. Нет. Еще раз. Нет. Весело. Ага. Угу. Так. Глаз. Глаз. Во втором второе. Готово. Готово. Да. Нет. Постой. Да. Угу. Весело. Весело, да? Угу. Во втором третье. Что? Знак вопрос. Ага. Что? Паша. Что? Я понял. Все. Нет. Дальше. Да. Угу. 6 проводов. Окей. 6 проводов. Так. Желтые есть? Да, один. Угу. Белые есть? Нет. Так. К.
Красная есть? Да, три штуки. Четвертая ешь? Да. Так, азбука Морзе. Ох ты, мать, давай. Пиши. Тире. Давай. Точка, точка, тире. Пробел. Точка, точка. Блядь, я проебался сейчас. Сейчас заново давай. Да-да-да. Начинай. Так. Тире, точка, точка, тире. Точка, точка, тире, точка. Блядь, я в какой-то... Я в Сурабуке что-то проебываюсь. Я не понимаю. Сейчас еще раз. Начинай. Давай. Тире, точка, тире, пробел, во. Точка, тире, точка, точка, пробел. Точка, точка, пробел. Точка, точка, тире, точка, пробел. Точка, точка, все, пробел. Блять, где ты проебался, проебался? Сейчас посмотрим, так. Это как? Блять, уже так с половиной минуты остался. А? О, ё-моё. Ну, дальше легко идет. Сейчас это решить надо. Да. Бля. Что, блять? Точка, точка? Кто? Это какое? Третья буква. Сейчас, подожди, я сейчас найду ее. Ну, я не попробую. Ты 5, ты 5. А, точка, будет... точка, тире там. А, точка, точка, тире. Не-не, просто точка, тире. А, просто точка, тире. Если тогда... есть, если нету, то точка, точка, тире. Ну там вроде точка тире была. Бля. Ну попробуй ты пять, я не знаю. Ага. Так, цифры. Давай. Однёрка. А, на второй позиции. Угу. Однёрка. Цифру 4 саму. Цифру 4. Ага. Четвёрка. Тоже цифры 4. Ага. Тройка. А на той же позиции, что и на втором этапе. Тройка. Опять четверка, блядь. Двойка. Двойка с тем же значением, что и во втором этапе. Блядь, серьезно? Пять раз четверкой, блядь, нажал. Нормально, все легко. Так, символы. Давай. Знак вопроса. Типа с лайк такой квадратный. Да-да-да. Угу. И стая птиц. Touch P. Ага. Лайк. Стая птиц. Вопрос. Угу. Так, синяя кнопка прервать. Синяя прервать. Задержи и что там? Красный. Красный один. Один? Да. Все. А, минута 11 секунд осталось. Нет, с кнопкой повезло. Первый пункт. Если кнопка синяя и на ней написано прервать. О, это мое. Так, четвертый этап пошел. Сейчас посмотрим. Вот, а сейчас ты начинаешь четвертый, бля. Небольшая заминка, господи. А ты какой? Ты 7 делал, да? Да, ну ты часто четвертый начинаешь. Давай. Чё ты? Так. 4 и 1. Небольшая заминка. 6 модулей. 5 минут. Без ошибок. Поехали. А то есть одна ошибка. Да-да. Вообще без ошибок. Блять, ёбаный. 6 и 5. Нормально. Сейчас справимся. Главное, чтобы по азбуке Морзе не было. Ты чё, ты готов? Ага. О, две кнопочки, идеально. Белое взорвать. Белое взорвать. Белое взорвать. Сколько элементов питания? Ёб твою мать, 5 штук. Нажми и отпусти. Слушай, а у меня этот, как его? Ты сделал? Нестабильность. Внизу, значит, это нестабильное. У меня, короче, таймер идет. И красный такой рубильничек, посмотри. Нестабильность этого. Сейчас что посмотрим. Надо с ним сделать? Ты мне скинул или что?
Ну, там получается, у меня, вот смотри, это получается нестабильное, что ли? А, сейчас поищу, подожди. 16 секунд, я не знаю, что делать. С чего? Ну, вот этот вот... А, вот все, нестабильные модули вижу. Так, нестабильные модули нельзя обезвредить, но они влекут за собой периодическую угрозу. Нестабильные модули можно определить по двухциферному таймеру сверху, да? Есть такое? Нет, нет, есть, нет. Алло? Двухциферный таймер есть? Это не... Блять, опять, лаг, опять лагает. Таймер такой. Я рубинчика не вижу, я вижу двух, блять, типа маленькое окошко с двумя цифрами. Ну вот, это оно, да. И там, значит, этот как бы красный такой рубинчик. Оно все вместе. А, взаимодействие с бомбой может активировать их. После активации этими нестабильными модулями необходимо регулярно управлять, прежде чем их таймер истечет. Иначе вам засчитают ошибку. В смысле, то есть не надо эту рубилик нажимать? Ну да, а когда? Будьте внимательны, нестабильные модули могут в любой момент активироваться повторно. Блять. Так. Что заново? Так, подожди, а выпуски газа? Взлом компьютера крайне сложен. Чего, блять? Разрядка конденсатора... О поворотных ручках. Блять, хуйня, господи, нахуй. Тут еще есть тип элемента питания, оказывается. Типа узкая батарейка это АА, а жирная Д. Блять. Я вообще не помню, что за рычаг. Его нет. Вот как. Стоп, около рычага есть какая-то шкала там, блядь, нет? Да, вот шкала, знаешь, какая-то термометр. Да, вот. Только скажи, а рычаг, блядь, что за рычаг? Тут есть рычаг, он как полоска такая ебучая, маленькая. Да. Это конденсатор. Угу. Разрядите конденсатор, зажимая рычаг, прежде чем он перегрузится. Все. А, понятно, ладно, окей. Окей, давай. Там не сказано, когда просто зажимаешь и все. Да. Понятно. Все. Ладно, давай я тогда начну заново. Итак. Тут еще взлом компьютера есть, блядь, газ какой-то. Так, давай, у меня этот конденсатор есть, так давай эти провода сделаем тогда. Они, короче, с... Короче, я так понимаю, таймер начинается, надо решить пазл с ним, чтобы он прекратился, чтобы ошибки не было. То есть надо успеть это сделать. Да, ну хорошо, давай тогда сейчас этим провода. Провода. Сколько штук? Посмотрим. Ну давай такие, 5 штук. Черный есть? Последний? Да, нет, он не последний. Окей, красный провод есть? Один. Желтый есть? Один. Блять. Проводов... Режь первый. Окей, о, тут запустился. У меня 6, то же самое, только их 6 штук. Ты там конденсатор реши пока. 38, 37, 36. Не, ты, блядь, зажми там рычаг. А-а-а, нифига, да. Я понял. Все, давай, провода. Да, давай. Так, желтый есть? Нету. Последняя цифра серийного номера нечетная? Сейчас скажу. Нечетная. Реж третий. Третий. Окей. Сейчас конденсатор. Ау. А ты готов этот, провода с блять. Звездочки и эти. Ага, все, готов. Значит, у меня бело-синий и горит звезда. То есть не звезда, это лампочка, господи. Бело-синий и лампочка. Лампочка синий. Параллельный порт есть? Параллельный порт... нет. Тогда оставь. Окей. Следующий просто бело-красный. Тьфу ты, синий-красный. Господи. Синий-красный. И все, да? Да. Синий-красный, так. Оставь. Ага. Синий-красный, но с звездой. Угу. Блять. Оставь, но во втором проводе это... У тебя же нечетная цифра?
Да, нечетная. А, ну тогда тоже оставь, ладно. Так, ты четвертый продавай. А, белый, просто тупо белый, без ничего. А, реш. И все, мыши. Давай кнопку. У тебя там ничего не открылось на обратной стороне? Нет каких-нибудь нестабильных модулей? Не-не-не. Значит, кнопка синяя взорвать. Синяя взорвать. Так, элементы питания сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Нажми, отпусти. Окей, и символы. Символы, давай. Значит, у меня звезда черная. Угу. Сейчас, конденсатор. Звезда черная, смайлик. Угу. Пи. Угу. И это вилка. Угу. Так, вилка. Вилка. Смайлик. Так. Пи, звезда. Все, решили. Обязательно. Окей. Там просто, знаешь, это... Следить, ну, конденсатор-то понятно. Там еще есть другие нестабильные модули. Там, как минимум, помимо него еще есть... два. Все. Капец. Там есть какой-то с рычагами, блядь, какая-то таблица с крестиками с ним. Ебать, хуйня какая-то. Нифига. Так, смотри, Вова, 4-2. 5 модулей, одна ошибка, 5 минут. Окей. Все? Нестабильное тоже посмотрю. Давай сразу с нестабильных, а то мало ли. Угу. Ну, конденсатор легко. Вот что там дальше, я хуй его знает. Да, это конденсатор, выпуск газа есть. Да, хуй пойми, что там, блядь. А, начнем, я посмотрю, что там дальше. Давай. А у тебя в книжке написано было, что будет нестабильно или нет? Нет, ну просто я видел там, читаю, вижу там, нестабильно, я думаю... Что-то новое. Так. Это у меня конденсатор есть, ладно. Давай порой. Бля, еще он, сука, на обратной стороне, ублюдин, а. Все остальное у меня надо бедрить с одной стороны, а это хуйня сзади. Я понял. Так, давай порой. Давай. М. М. Мария, да. Угу. О. Так. Ч. Так. Щавель. Ага. И. Угу. Ше. Так. Все. Второй. Так, Ф. Ф. Угу. Твердый знак. Так. З. Так. И. И. С. С. Ю. И. Ю. Ю, ага. Все. Так. Смотрим, что можно составить. М. М нет. Опять. Ну, давай, щипок. Есть. Ага. Блять. Сейчас подожди. Давай. Все? Остановили? Блять, подожди. Не понял. А как конденсатор работает? Ну ты его зажал, он опустился этот вниз у тебя. Показания. А, я все понял, прикол. Да. То есть он постоянно идет. Да, да, я ж его вот вниз. Так, давай слова. Давай слова. Краб с одной Б. Краб с одной Б. Тогда. Во втором третий. Паз. Паз. Вовсе раздельно. Ага. Так, следующее. Сейчас, подожди. Так, корица без мягкого. Корица без мягкого. Во втором второе. Вовсе раздельно. Вовсе раздельно. Че со знаком? Нет. Вовсе слитно. Ага. Угу. Так. Краб-б. Краб-б. Во втором второе. Так. Че со знаком. Вовсе слитно. Да. Угу. Так. Блять, символы. Давай. Семерка. Так. Стая птиц. Угу. Смайлик, знак вопроса.
Семерка. Так, семерка. Стая птиц. Ага. Вопрос в смайле. Так, кнопка белая прерывать. Элементов питания 2. Подожди. Индикаторов нет. Индикатор огня, да? Да. Нажми, держи. Так, сейчас. Ага, желтая. Желтый 5. Так. Все. А без этих. Блять, этот ебучий... Как его, конденсатор мозги немного ебет. Ну да. Так, пока что идет хорошо. Пока да. Я так понимаю, пятый раздел не откроется, пока все не решим? У меня, да, я один сделал, четыре. У меня не открылся. Ну давай, я четыре, ты, может он откроется. Давай, значит, на четыре я все открою. Так, подожди, четыре, ты. 6 модулей за 5 минут, одна ошибка. Погнали. 6 модулей за 5 минут, ага. Одна ошибка. Посмотри, у тебя какой там этот, блядь, нестабильный модуль. Да-да-да, сейчас посмотрим. Давай сначала найти модуля, надо посмотреть нестабильный, а потом, блядь. Так. О, у меня это, кнопка вверх, ну то есть получается ага. Как рычаг. Так, ручку можно устанавливать в одну из четырех позиций. Ручка должна стоять в нужной позиции, когда таймер модуля достигнет 0. Ага. Верную позицию можно определить по состоянию вкл-выкл 12 светодиодов. Все, я понял, окей, ладно. Надпись вверх, которая может быть повернута. Блять, все, я понял, короче, давай. Че у тебя там, давай, горит что-нибудь, слова. Нет? Не, пока ничего не горит. Okay. Не нажимай. Давай слова тогда. Давай. Слова нет. В смысле, его вообще нет? Ну, так нет, слова нет. Ага. Нет. Третье во втором. Все. Все. Или ничего, да? Да. Вовсе раздельно. А, да. Окей, дальше. Первое. Первое. Первое во втором. Все. А подожди, первое во втором, да? Да, 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 да. Пассосы. Во. Пассосы. И так раздельно. Нет. И так слитно. Нет. Вовсе слитно. Нет. Все. Все. Окей, да, правильно. Так, порог. Ой, у меня запустился этот конденсатор. Что у тебя, какая лампочка горит? В каком позиции? Представь, что это ряд. Две таблицы в ряд идут. Хорошо, ряд получается четвертый ряд последний. Так, и пятый ряд все горят. Четвертый ряд... Стоп, подожди, бла-бла-бла. Четвертый ряд... Стоп, представь, что это, короче, две линии идут прямые. Окей. То есть они как бы изогнутые, но две прямые. Да-да-да. Окей, тогда... То есть верхняя и нижняя линии получается. Да-да-да. Значит, верхняя получается пятая. Ага. И это последняя, четвертая и пятая. 5 секунд. Чё? Четвертая и пятая во втором. Все, я взорвал. Четвертая. А, три, то есть три лампочки было? Да, было три лампочки. Бля. Чё, сколько там таймер? 10 секунд, что ли? Я не увидел. Чё так быстро? Я не знаю. Я сразу короче, лампочки эти просто ряд идут. То есть, как таблица указана была там под этой хуйней, ну вот, то же да, самое. Я понял, да. То есть, первая таблица, вторая таблица. Две строчки. Так, что у меня? Вот, она одна есть, окей. Давай символы. Давай. Как раз рядышком. Так, вверх поверни. Оно и так вверх. А, ну все так, да. О, да, окей. Давай дальше символы тогда. Mm-hmm. Ну, еще раз символы. Давай. Ножнички. Блять, чё? Ну, ножнички, знаешь, как вишенки. Ножнички. А, ну, вишенки и всё. О, подожди, опять запустил. Блядь. Давай, говори. Запустил. Первое, чё у нас? Первый, третий, четвертый, пятый, шестой. Третий, четвертый, пятый, шестой. Первый, третий, четвертый, пятый, шестой. Второй. А первый, второй, третий, пятый.
второй, третий, пятый. Так, первый, третий, четвертый. Так, позиция вправо. Вправо это... Ага, хорошо. Все, давай дальше. Так, вишенки у нас были. Угу. Лямбда. Угу. А, я понял, понял. И Э. Ага, давай авто. Авто. Лямбда, вишенки Э. Вишенки Э. Так, давай провода, 4 штуки. Угу, так, провода красные. Да, бля. Давай. Первый ряд, только пятый говорит. Ага. Второй ряд, первый, четвертый, пятый, шестой. Первый, четвертый, пятый, шестой. Первый, так. Так, давай позиция влево. И дальше пошли. Так, 4 провода. 4 провода. Так, красный есть? Нет. Нет, да? Угу. Последний провод желтый? Нет. Синий провод всего один? Один, да. Режь первый. Окей. Дальше давай пошли. Цифры давай. Цифры, давай. А двойка горит. А, вторая позиция. Ага. Надо еще за этим следить. Блять, опять запустился. Давай. Ой, ё-моё. Да, похуй, давай. А, ряд получается первый, только пятый горит. Ага. И второй тоже первый, четвертый, пятый, шестой. Также влево. Но у меня получается, знаешь, это слово вверх, он повернулся в этот, в, куда, влево повернулся, это слово вверх. Тогда получается вниз. Вниз, все, окей. Так, вторая надо во второй позиции. Окей, я нажал. Угу. Один, говорит. А, четверку нажми. Нажал. А, единица, говорит. А... То же значение, что и во втором этапе. Значение четверка. Ага. А, единица. Так. Блять, опять опустился. Блять. Это был четвертый этап. Че там? А, первый ряд. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Второй. И второй, шестой. Что это? Первый, третий, пятый. Так, шестое. У тебя вверх где стоит? Влево. Тогда поверни на него. Окей. Так, поехали. Не, ну нам капец тут. Так, что там, четвертый этап был? Да, единица. Единица. Та же позиция, что и в первом этапе. А, все, я взорвался. Видимо, неправильно. Бля. Да ты все равно 10 секунд. Подожди, у тебя был первый, третий, пятый и шестой. Видимо, да. Но, блядь, он написан, это позиция вверх. У тебя вверх находится в левой стороне. По идее, ладно, ты должен был повернуть на него. Мы бы все равно не успели, там 10 секунд оставалось. А может из-за этого? Нет? Не, вряд ли. Ладно. Господи, с этим следить, это нереально. Мне там в чате пишут, бойтесь бомбы, головная боль. Там 8 или 7 нестабильных модулей. Ну, у меня этот же модуль остался нестабильным. Получается, там, блядь, одну хуйню только получается решать, или несколько. Вот. И бороться с этим. Давай дальше. Давай, окей, заново. Начнем с цифр. Давай. Четверка. А, четвертая позиция. Нажал. Единица. Цифру 4. Нажал. Единица. То же значение, что и во втором этапе. Четверка, значит, да. Опять четверка, блядь. Тройка. Та же позиция, что и во втором этапе. Бля, вторая позиция, да. И тройка. То же значение, что и в четвертом этапе. Тоже четверка. Окей. У тебя там ничего не запустилось? Да. Давай. Опять. Давай. Значит, первая линия говорит второй, третий, шестой. Ага. Вторая линия. Первый, второй, третий, четвертый, шестой.
Первый, второй, третий, четвертый, шестой, да? Да. Первый, второй, третий. Второй. Тогда. У тебя вверх наверху? Да, да, да. Тогда вниз. Окей. Дальше тогда давай. Шо, блин. Давай самое сложное это провода с цифрами. Давай их. Так, где они, блин? Давай. Первый, значит, черный. Сначала идет черный провод, подключен к А. А, режь. Да. Следующий идет черный провод, тоже к А. Режь. Следующий идет красный, он к Б. Борис. Оставь. Окей. Дальше. Следующий провод красный, он к А. Оставь. Следующий провод черный, он к В. Владимир. Оставь. Окей, запустился. Этот. Так, блять, промату туда-сюда, давай. Так, первый ряд. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. 1, 3, 5. 1, 3, 1, 5. 2, 3. 1, 2, 3, 5. Вот. Так, 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. Так, у тебя вверх вверху? Да. Вправо. Вправо, да. Так, давай дальше вправо, да. Так, этот оставь, ты сказал, я оставил. Следующий провод красный к А. Так, красный А. Режь. Резать. Окей. Следующий красный, он к В, Владимир. Красный? Красный к, к В. Да. Режь. Окей. Следующий черный тоже к В. Черный. Блять, опять запустился. Так, блять, давай. 1, 3, 4. Это первый. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Блять, 1, 2, 3, 5. 1. Вверх, вверху. Да, да, да. Вправо тогда. Вправо, окей. Так, так. Блять, какой там провод был? Этот, черный КВ. Черный КВ. Режь. Окей, и красный к А. Красный к А. Оставь. Окей. Дальше что у нас? Символы давай. Символы давай. Смайлик. Угу. Смайлик звезда. Черная. Угу. Потом лайк и э. Ага, давай, смайлик. Смайлик. Лайк, э, звезда. Окей. Так, еще символы. Так, семерка. Угу. Вилка. Угу. Опять, блять, опять запустился. Блять. Давай. Первый ряд. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. 1, 2, 3, 5. Вверх-вверху. Внизу уже. Вверх-вверх, внизу. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. Внизу, блять. Влево поверни. Да, влево, все. Угу. Так, давай еще раз. Семерка, АЭ, квадрокоптер и вилка. И вилка. Так, семерка, квадрокоптер, АЭ и вилка. Семерка, квадрокоптер, АЭ. И давай быстро провода. Четыре штуки. Три штуки провода. Три штуки? Четыре, четыре. Четыре. Так, раз провода есть? Да. Сколько? Все, пока, пока. Бля. Последний, оставался только последние провода, и все. Были близки. Ё-моё, опять вот это вот. С тем индикатором сразу говори, где вверх. Давай, хорошо. Надо ускорять. Мне надо записать, где эти, как его значения. Окей, давай тогда эти слова тогда. Какие значения? Ну, когда это, знаешь, когда лампочки горят. Ну, по идее, ты не должен знать значение. Где внизу, да, потому что... Ну, ты не должен знать, по идее. Ну, да. Ну ладно. Ладно, давай тогда слова. Давай. Пас, одна S. Так. Второй в первом. Второй. И так раздельно. Так, жми. Есть, окей. Другой. Так, третья во втором. Паз. Паз. Вовсе раздельно. Нету. Чё?
Да-да-да-да, окей. И следующее слово это «да». Да. Второе в первом. В первом нет. Блядь, я ну сука. День, а вот. Пусто. Нет. Еще раз. Нет. Погоди. Нет. Первое. Да, окей. Запустился этот. Давай. В первом пятый говорит. В первом в пятый. Да, во втором четвертый и пятый. Так, влево тогда. Влево это вот это. Ага. Давай символы. Тут легко будет. Давай. Значит, символы. Квадрокоптер, вилка, омега и треугольник с же. Так, квадрокоптер. Так. Вилка, треугольник, омега. Окей. Так, еще символы. Ага. Квадрокоптер. Ага. Заколючка. Ага. Блядь. Чё? Это было вправо. Чего? Ну ты мне сказал нажать влево повернуть, да? Так, да, влево, блядь. Пять это было... В смысле? Ты сказал мне пять? Я перепутал лево справа. Амбидекстер, блядь. Блядь. Так что хорошо. Я понял, когда взорвался, что это было вправо, а не влево. Так хорошо шло. Ладно, там, давай. Там нам это, Коля Факеев говорит, мы медленно работаем, надо быстрее. Да, давай с цифры тогда. Давай. Фу, один. Вторая позиция. Окей. Два. Та же позиция, что и в первом этапе. Бля, окей. Четыре. Цифра четыре. Да? Четыре. Та же позиция, что во втором этапе. Бля, ага. Все вторые позиции, ёб твою мать. Ты. То же значение, что и в четвертом. Окей. Так, запустился этот, давай. Давай. Во втором, получается... Чё? В первом пятый. Говорит. Ага. Во втором первый, четвертый, пятый, шестой. Так, влево. Вверх, внизу. А, внизу? Вверх, тогда да. Вправо, тогда вправо. Так, право. Это право. Все, я запомнил. Символы давай. Символы давай. Лямбда. Лямбда. Асте. Асте. Ну, опять пропал? Нет. Ты опять пропал? Мина, очнись. Ты обосрался. Да. Давай, лямбда АТ. Лямбда. Блядь. Ты попадаешь, чел. Блядь. Подожди. Лямбда АТ, да, слышу, лямбда АТ. А ты не услышал все мои значения? Нет, только лямбда АТ, все. Понятно. Я просто услышал, ты, ну, слышал, а внутри ты. Я такой, окей, нажимаю, я взрываю. А, понятно. Я не знаю, что это такое за фигня. Ладно, давай еще раз. Давай. Сука, мы пойдем на этот... Страшно не только в игре, да, взрываться. Ох, бля. Бля. Ну, давай. Так. Да, очень сложно, да? Очень сложно это эти провода с цифрами. Давай, давай. Значит, черный к А. Ну там помню, что резать его надо. Да, да, да. Да, следующий красный к А. Оставь. Окей. Следующий синий к В, Владимир. Оставь. Окей. Дальше черный к В. Режь. Окей. Следующий красный к А. Оставь. Следующий красный к В. Оставь. Следующий красный к Б. К Б? Борис? Борис, да. Оставь. Окей. Дальше. Следующий черный к В. Оставь. Следующий синий к В. Василий, да? Василий, да. Режь. И
И синик А следующий. Синик А. Оставь. Окей. Окей. Давай цифры. Единица. У тебя там не запустилось? Пока нет, слава богу. Вторая позиция. Вторая позиция. Есть. А, дальше ты. А, та же позиция, что... подожди. В первую позицию нажми. Первую позицию. Первая. Нажал. Дальше... Блядь, запустилось. Так, давай. Первый ряд пятый. Ага. А второй ряд первый, четвертый, пятый, шестой. Сам. Вверху. Давай влево. Так, влево. Есть влево. Mm-hmm. Да. Так, получается уже третий этап, да? Да. Цифра ты. Третья позиция. Нажал. Четвертый, четыре. А, та же позиция, что и во втором этапе. Блять, позиция. Да. Следующий один. То же значение, что и в первом этапе. Угу. Да, окей. Дальше. О, самая легкая символы. Давай. Значит, белая звезда. Угу. Знак, вопросительный знак. Да. Урна и Э. Урна и Э. Так. Э. Звезда, э. Урна. Вопрос. Блять, запустилось. Так. Давай. Давай. В первом 1, 3, 5. 1, 3, 5. Во втором 2 и 6. Вверх, внизу. 2 и 6. Вверх, внизу. Давай. В противоположную сторону, короче. Вверх. То есть получается вверх направь. А, окей. Так, давай еще символы. Mm-hmm. Ты то нажал, нет? Я тут все то сделал, да. Еще один символ остались. Так, да. Давай. Стая птиц. Ага. Звезда. Вера. Ага. Копирайт. Ага. И сиськи. Копирайт, сиськи, птицы, звезда. Окей. И 6 штук проводов. Да, запустился. Запустился. Давай. Первый ряд. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. 1, 2, 3, 5. Вверх. Вверх, влево смотрит. Вверх, влево смотрит. Тогда поверни наверх эту хуйню. Ага, все, окей. Так, давай, 6 штук проводов. Так. Желтый есть? А, 3. Красный есть? 2 штуки. А режь четвертый. Все, мы обезвредили, аллилуйя! Сколько секунд осталось? Все, мы обезвредили, да. Так, давай, 4-4 моя очередь. Давай. 6 модулей, 5 минут. Одна ошибка. Подожди. Это... Фу. Так, настроиться, перевести дух. Ты на всякий случай записывай. Если у меня будет вот эта хуйня с лампочками, то лучше на всякий случай записывай. Потому что я записывал эту хуйню. Давай. Так, все, начинаем? Давай. Да, давай, готов. Мне кажется, надо сейчас все уровни пройти, чтобы были везде галочки. Мне кажется, чтобы пятого, чтобы дальше пройти. Ну, давай, посмотрим. Так, что у меня там за нестабильный модуль? Надеюсь, ничего нового. Блять, у нас экран. Нестабильный модуль, экран. Что там? Газ пустить. Почитай, газ. Что там написано. Блять. Газ. О выпуске газа. Отвечайте на запросы компьютером. Кнопкой D, если да, или N, если нет. Все. Выпусти газ мне, он да или нет? Я не знаю. Блять. Нет? А если выпустишь, что будет? Я не знаю, все. Да, нет. Выпуск предотвратит взрыв. Тогда да. Ну тогда выпусти. Все. Все, понятно. Давай символы. Давай символы. Зеркало, закорючка. И? Я взорвался. Тогда надо было не выпускать газ? Я не знаю. Что, блядь?
Что на это было? Я не знаю. Причина взрыва нестабильной конденсации. Стоп, что? У меня еще... У меня не один модуль? Так, стоп, у меня, походу, не один нестабильный модуль. У меня еще конденсатор. Блять. Так, короче, у меня опять этот экран. Два нестабильных... Блять, два конденсатора. Ебануться. Так, взорвать? Нет. Все. Давай, символы. Давай. А, семерка, не даже, пи, вопрос. Блять, семерка, не даже. Пи, вопрос. Ага, семерка, пи. Так, семерка, пи, твой вопрос. Семерка, давай, семерка, все, все, все. Давай пароль. Давай. Сейчас, подожди. Блять, конденсатор ебучий. Я также мучился с этим. Так их тут две штуки, блять, еще компьютер. Выпустить газ? Нет. Выпуск... Давай. Давай, у меня твердый знак. Да. Я. Так. Сейчас, подожди. Сука. Давай. Так. Н. Блять. Н, ага. Потом В. В. М. М? М. М-м-м. М-м-м-м. Так. Потом С. С. Сейчас, подожди. Давай, я жду, не переживай. Блять, сука. Все, давай следующий. Да, букву давай. Г, твердый знак, я. Так. Блять, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Да, я жду, не переживай. Блять, какая дичь. Так, Х-У, мягкий знак. Мягкий знак? Чё? Х-У, мягкий знак. Всё, окей. Так, подбираю. Назад. Назад. Так, это нет. В, это. З, нет. Внизу. И... А ну, вьюга. Есть слово вьюга? А, бля, сейчас, сейчас. Давай. Да. А, сейчас провода с буквами и цифрами. Где она? Есть, да, говори. Так, черный провод к Б. Борис, Борис, Борис. Да, первый черный режь. Так, второй черный к Василию. Режь. Сейчас. Так, красный к Борису. Красный к Борису, оставь. Сейчас. Так, черный к Борису. Режь. Так. Блять, свет нет. Красный к, блять, АБВ, к Василию. Красный к Василию, оставь. Так, блять, что там еще было, сука? Синий к Борису. Режь. Синий к Борису, режь, да? Да-да-да-да. Так, дальше. Дальше, дальше. Так, синий к Василию. Режь. Так. Красный к Антону. Блять. Блять. Да, режь, режь. Сейчас, сейчас, сейчас. Синий к Борису. Синий к Борису, блядь. Синий к Борису ешь, да. Все. Выполнили? Да. Обязательно? Там уже 5 модулей. Странно. Ладно. 6 модулей это, видимо, и есть. 3 модуля, получается, нестабильные. И 3 обычных. А, у тебя, получается, было два газа, да? И что-то еще? Не-не, два конденсатора и газ. А-а-а. Так, пятый уровень открылся, нет? О, пятый уровень открылся, давай. Ты 5-1 начинаешь. Провода, повсюду провода, блять. Блять! Так, 6 модулей там у тебя будет. 6 модулей, 5 минут, 3 ошибки. Ну, спасибо, хоть ошибки. Вот сейчас у тебя будет, из них 4 будет нестабильных, да?
Я с этим, блин, с этой бомбой взорвусь. Если да. так это будет. Ну, я стрелял, но более-менее стабильно справился. Окей. Я начал. Поехали. Сначала покрути бомбу, блядь, ну, мало ли, а то я первый раз не покрутил, блядь, взорвался. Ну. Вот, да. Значит, у меня нестабильный... Чувак, я тебя... вообще нету нестабильных. Нету? Понимаешь? Фу, заебись. Нету. Одни провода. Ну, так и уровень называется. Давай, какие... Обычные провода? И обычные, и со звездочками, со всеми. Давай обычные провода. Обычные, 4 штуки. Давай. Так, красный есть? Один. Последний провод желтый? Нет. Синий провод один? Синего нет, синих нет. Желтых сколько? Два. Режь последний. Окей. Так, давай еще 6 штук. Блядь. Так, желтый есть? Блять, сейчас свет. Бля, ну хоть спасибо, хоть модули нестабильные. Так, спасибо тебе, Коля Факеев. Так, один желтый есть. А белый есть? Да, один. Красный есть? Два. Режь четвертый. Окей. Так, дальше провода какие? Давай цветные. Ну, с буквами и цифрами, да? Не-не, блядь, светочки, вся хуйня-маня. А, окей, давай. Блядь. Ну, так, у меня первый тупо синий, без ничего. Синий. Так, серийный номер чётный последний? Не чётный. Оставь. Окей. Дальше красный со звездой. Красный со звездой. Так. Блять. Режь. Дальше. Белый-синий. Ну, то есть синий и звезда. Синяя звезда. Блять. Оставь. Окей. Тоже синий и лампочка. Блять. Так. Параллельный порт есть? Да. Режь. Окей. Дальше синий со звездой и с лампочкой. Так, синий со звездой и с лампочкой. Блять. Нихуя не понимаю. Так это П. Режь. Давай. Окей, давай следующий. Мы тот сделали. Следующий. То же самое. Давай. Так, белый со звездой. Белый со звездой. На, режь. Окей. Бело-красный. Чё ты? Ну, красный просто. Нет, синий и красный. Во, синий и все, да? Да. Нечётная у тебя цифра. Синий, нечётный. А, тогда ставь. Окей. Следующий красный со звездой и с лампочкой. Так, красный... Со звездой, с лямпочкой. Блять. Сколько элементов питания? Бля. Раз, два, три, четыре. Режь. Так, это какой красный, да? Я же забыл. Да. Красный. Ага. Следующий. Синий с лампочкой и звездой. Блять. Режь. Давай. И синий с лампочкой. Все. Синий с лампочкой. Блять, режь. Отлично. Ну давай теперь эти с буквами и цифрами. Давай. Одна минута. Да, успей. Давай. Значит, синий к А. Оставь. Красный к Владимиру. Режь. Следующий черный к Владимиру, я его перерезал. Ага. Запиши. Ага, дальше. Следующий красный к А. Оставь. Следующий синий к В. Режь. Так, дальше. Следующий синий к В. Оставь. Следующий черный к А. Режь. Следующий красный к А.
Реш. Дальше красный к Владимиру. Реш. И синий к Владимиру. Оставь. Окей. Ну, у нас 8 секунд и такая же фигня. Что, блин? Я не знаю, успеем ли мы, не успеем ли. А да, начнем с этих самых таких ебанутых проводов. Давай тогда их начнем. Звездочки тисаны. Звездочки, хуёдочки. Так, давай, закончится эта бомба, и все, мне уж, блин, шея болит. Давай, то эти я эти модуля уже, я не знаю, надоели. Ну что, поехали, давай. Так, ну, первый черный КВ к Владимиру, я его режу. А, блядь, вот. Я думал, ты другой начнешь. Ну, это самое сложное, я думаю. Давай. Ага. Следующий красный тоже к Владимиру. Реж. Красный к Антону. Оставь. Угу. А черный к Антону. Реж. А синий к Борису. Реж. Синий к Владимиру. Реж. Дальше. Синий к Владимиру. Оставь. Черный к Антону. Оставь. Черный к Владимиру. Реж. Окей. Так, дальше следующий. Тоже то же самое. Угу. Красный к Владимиру. Реж. Так. Дальше. Синий к Борису. Реж. Синий к Борису. Оставь. И синий к Борису. Реж. Так. Следующий. Красный к Антону. Опять что ли? Красный к Антону. Следующий. Оставь. Ага. Красный к Владимиру. Оставь. Угу. Черный к Владимиру. Реж. Синий к Борису. Оставь. И черный к Борису. Оставь. Окей, давай звёздочки, хуёдочки. Давай. Там один синий был. Тупо синий. Тупо синий. Так, серийный номер чётный, нечётный? Сейчас я зажжётся, посмотрю. Так, серийный номер... Блядь, сука, где ты? Нечётный, нечётный. Оставь. Окей. Тупо белый. Реш. Окей. Синий со звездой. Так, синий со звездой, блядь. Где она? Позже. Оставь. Угу. Белый со звездой. Реш. Красный со звездой и с лампочкой. Так, красный со звездой и с лампочкой, блядь. Элементов питания сколько? 4 точно есть, 5. Реш. Окей. И красный с лампочкой. Красный с лампочкой. Реш. Окей. Так, следующий. То же самое. Красный со звездой. Так, красный со звездой. Блять, так. Реш. Угу. Синий с лампочкой. Параллельный порт есть? Бля. Нету. Оставь. Окей, так, синий со звездой и лампочкой. Оставь. А белый со звездой. Блять, белый со звездой. Реш. Красный. Так, красный. Просто красный? Ну, бело-красный, ну. Блять, ничего больше не дашь. Да, топа белый. Это бело-красный, да, все. Так, нечетный или четный, я забыл? Номер нечетный. Тогда оставь. И красный с лампочкой. Так. Реж. Окей. Ну и обычные провода давай. Давай. 6 штук. 6. Так, желтый есть? 1. Белые? 2. Реж 4. И 5 штук. 5 штук. Так, черный провод последний? Нет. Красный провод один? Нет. Черных проводов вообще нет? Один есть. Так, режь первый.
Е, обезвредили, все. Фу, все заебись, нахуй, я заебался. Я тоже. Фу. Так, нормально и пошли, так, в следующий раз. На следующей неделе получится? На следующей, ну, я тебе напишу, когда могу. Хорошо. Угу. Ой, ладно, все, спасибо, что поиграем. Спасибо тебе. Пройдем всю эту игру. Там вообще есть какие-то кастомки интересные? Кастомки? Ну, есть, знаешь, песочница. Ну, есть моды это какие-то. Работает. Есть еще моды какие-то. Можешь попробовать да, потом их установить. Потому что я смотрю на моды, там пиздец, как камень, ножницы, бумага какие-то, блядь. Ну да. Какие-то калькулятор знаю, какой-то. Если у меня комп такой потянет, то могу. Я не знаю. В смысле комп потянет? Игра, блядь. Это тебе не Red Dead Redemption или GTA 5. Ну я просто, знаешь, там управление модами, и мне там нажимается, типа, это, типа, вот. Вот нажми там управление модами, и у тебя там высветится. Что такое моды? Это модификации. Ну, вот. Новые миссии и много другое. Управление модами, нажал окей. Ну, сейчас вы там почитаем. Моды это модификация игры, несознанные разработчики, моды их опасения, описание, мастерское место, содержание приятных для этих игроков, могут оценивать код с теми же разрешениями, что и игра, и могут появлять производительность игры. Лол, в смысле? Вот я то, что это почитал. Повредить вашему компьютеру, нахуй. Че, ебанутые что? Да, в принципе, я вряд ли может ты чё, блядь. Ну, не знаю. Просто тут Коля Факеев в чате пишет, есть какая-то 100-минутная бомба, блядь. 100-минутная бомба? Мне даже интересно. Я включу моды, похуй. Окей. Посмотреть в мастерской Steam. Изменить настройки установленных модов, блядь. Коллекция модули. Ну я не знаю, если это, вот я не буду тебе спойлерить, что я нашел, я не буду. Сортировать по дате и голоса, вот по голоса давайте посмотрим. The Full Kitten Experience. Что это за хуйня? Ну, о. 684 работы, ёбаный рот, нахуй. Ну-ка. И как это, блядь? Чё там? Посмотреть мастерской. Что это такое? Тысяча слов. Какая-то разноцветная кнопки, блядь. 101 далматинец, ебанус. Охуеть, блядь. Чё только не... Я это вижу, чувак, я стрим открыл. Я это вижу. Охуеть. Это всё... Ага. Это всё один мод. По идее. Капец. Блять, надо попробовать. Мне кажется, видишь там плюсики? Мне кажется, их можно добавить. Ну, что хочешь, то и добавляешь. Нет? Ну, по идее, да. Давай попробую. Давай еще останется пока что на минутку. Ну да. Да я возьму лабиринт. А нет, нахуй, нельзя. Да, вот это похуй. Message. Добавил. Че это не дает? Так. Так, вернуться. А как установить-то их, блядь? Подожди-ка. Что-то я не понял. Блядь, не знаю. Типа, подписаться надо на все? Я не знаю. Может, я не знаю, там игру закрыть и опять включить, я не знаю, может так. Это была бомба, пишет. Работа мастерской Steam. А может надо вот посмотреть бомбу? Блять, у меня все загружается. Один мод загружается или находится в очереди на загрузку? Подожди, я зайду-ка я к себе в Steam. Там загрузки давай. Она есть? Сейчас. Ох, ебать. А. Ёпта, да. Все поочередно закачивает. Ага, понятно. А выглядит она где, подожди-ка.
Ао, появилось. Настройки менять? Как понять? Ну, я не буду настройки менять, нет смысла. Вы включили пользовательские модули. Руководство к этим модам можно найти в файле. Руководство к этим модам? Мануал PDF в папке с руководством к модам. Открыть папку. Ага. Мануал, я вижу. Это типа тебе можно скинуть. Ну, если ты сам скачаешь, у тебя появится, в принципе. Да. Может, какой-нибудь один скачаю. Посмотрим. Блять. Загружается. О, пошло. Блять, все по-английски еще, сука. Да. Нифига, я на английский. А есть русские моды? Хотя. Так. Порядок чтения задан. Многолетние мужики путают лево-справа. Смотреть без смс и без чата. Ой. Это еще какие-то ноты. Ёпаный. Ё-моё. Так я немного уменьшу, но не видно. Надо будет в свободное время заняться и поперевести несколько штук. Ну да. О, что это, блядь? Это что за хуйня, блядь? 675 штук. О, а здесь есть? Да, здесь есть. Нестабильные эти, блядь, хуйни. Сейчас как... они везде будут. Ну, не, да. По... не, я имею в виду, здесь и кастомные есть. А-а-а. Какой тут, блядь, диск с телефоном, блядь. Че еще? Какой-то спидометр, нахуй, или тахометр. Это телефон. А, спидометр, да, телефон. Потом, блядь, кнопочки какие-то. Возможно, там надо найти пару, кто знает. Хотя нет, 39 штук, это неровно. Опять калькулятор какой-то. Ёшкин крот. Ну да. И все. Вот это что такое? Чего? Что это? Я вижу. A message for the reader. Ты нужен этому. Удачи, мой ребенок. А, это просто так. Ладно. Я уже думал, задание какое-то. Я тоже. А нет. Задание? Бля. Бля. Еще надо объяснять, каким шрифтом это написано. Вот это да. Что? Господи, например, я тебе наговорю. Ну тут шрифта вроде немного. Нет, тут немного шрифта. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. А, нет, подожди, не шесть. Нет, тут дохуя. Да тут 606, я не знаю. Это 666, я не знаю, сколько. Ну смотри, тут есть типа замок, я уже вижу. Типа башня такая. А. Сейчас тут. Да. Башня. Типа, какая-то эльфивая хуйня, эльфивая башня такая, красивая. Ну да. Да. Чё ещё интересно тут? Это непонятно. Это непонятно. Блядь, всё переводить. Это ещё что за хуйня? Да, немного говорили они. Спустя 6 час, 5. Да немного там, придумаешь там 600 букв, а да, не немного. Да. 100-минутная бомба. В чем прикол 100-минутной бомбы? Если всего в модуле там, сколько там, 11 штук помещается? Так, ну или есть бомбы с большим количеством модулей? Блять, если такое тоже существует. Ну, я не знаю, это может быть в этом, в 7-м разделе, в экстремальном или экзотическом. Это свободная игра, вот видишь, это ты. О, только ты моды. Можешь, да, ты можешь там выбирать. Типа я включил? Нестабильный выключим, хардкор включим. Сперва ошибки. Это не хардкор.
Не, а ты включи все, знаешь, включи просто нестабильность, включи, хардкор включи, время на минимум, модули на максимум. Это вообще реально, нет? 30 секунд, блядь, да, 11 модулей, 30 секунд, это... Мне кажется, это, знаешь... Это на рандом надо. Да. Если ты решите записать это... Это капец, значит, для вас. Окей, я взял моды, включу, по идее. А, да я бы сейчас посмотрю, что это. Я уже вижу какую-то хуйню, я вижу шахматную доску, блядь. Что, персап какой-то, слышишь? Ёп-ё, что это? О, шрифты. Сейф, ёбаный какой-то, шрифты какой-то, детонатор, что это? Ё-моё. Походу, иногда не нужны подсказки. А что это такое? Это модуль нестабильный? Наверное. Я понял, что за нестабильный модуль. Это на звук он реагирует. Да ладно, такие? О, прикольно. Если я правильно понял, потому что он начал двигаться вот эта шкала, когда я говорил, когда он включился. Ну это прикольно, мне нравится такое. Окей, ладно, все, можно заканчивать. Да, давайте. Фу. Ой. Ладно, все, спасибо, что пришел, Оль. Да, спасибо. Спасибо зрителям, спасибо Коле Факиеву за интересные идеи. Спасибо Кефиру за игру. Да. Все, сначала закончим основной сюжет, а потом попробуем с модом что-нибудь придумать. Ну да, давайте так. Все, надо закончить. Да. Все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.